Во вторник, 21 февраля, в Казанском федеральном университете прошла акция «Я выбираю КФУ», которая прошла по инициативе ректора КФУ. Толчком для данного мероприятия послужили публикации опроса студентов в средствах массовой информации, в которых на основании мнений 9 студентов Казанского федерального университета, а всего было опрошено 600 студентов во всей стране, создается негативный образ об «Альма-Матер». Очевидно, что эта выборка явно мала для профессионального социологического опроса и сам подход весьма поверхностен. Но тем не менее, все это опубликовано и находится в открытом доступе. Стоит отметить, что для истинного понимания соотношения различных мнений и организовано данное голосование. Также данное голосование послужит толчком для проведения дальнейшего исследования проблемных вопросов в области учебного процесса и степени вовлеченности студентов в реализацию дорожной карты КФУ. КФУ – лучший университет в России, чтобы это подтвердили сами студенты, которые здесь обучаются уже не один год. Да, нравится преподавательский состав, то есть я, естественно, ответил «да», потому что тот уровень, который поддерживает Казанский федеральный университет, как бы он достойный. Насколько я знаю, через несколько лет буквально по программе мы должны войти в топ мировых вузов. То есть чего только стоит Железнов Борис Леонидович, который составлял Конституцию, то есть участвовал в составлении Конституции Татарстана. Вот. Поэтому я считаю, не могу сказать за другие факультеты, но лично мой меня устраивает, мне очень нравится. Я проголосовала, что да, я готова еще раз поступить в университет. И для чего проводится эта акция? Для того, чтобы выявить, как бы нужен ли вуз студентам. То есть поступили они по своему как бы желанию, либо их заставили просто, или у них не было другого выбора. В этот день перед студентами стоял лишь один вопрос. Если бы у вас сейчас была возможность выбора, поступили бы вы снова учиться в Казанский федеральный университет? Стоит отметить, что большая часть учащихся в КФУ сказали, что они с радостью бы вновь поступили в наш альма-матер. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.